Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монк, и мы продолжаем проходить Киберпанк 2077. Пойдемте поболтаем с Джеки. Ты представляешь? Все, наша очередь. Эй, видишь эту бабулю? Где? Это бестия. Лучший фиксер в Найт-Сити. Где? Какая разве бабуля? Не Декс лучший? Бестия раздавала заказы, когда Декс еще пешком под стол ходил. Это ее клуб. Что будете? Выбери за меня. Ты заказывай. Две текилы Old Fashion с каплей сервеса и чили. То есть два Джонни и Сильверхенда. А где бабуля-то? Чика. Чика. Кое-кто сделал всю домашку. А мою сожрала собака. Так, Чика. У нас традиция. Называем напитки в честь завсегда. А как заслужить напиток в свою честь? Так, это, наверное, самый старый клуб. А сколько лет по смерти? Полвека? Больше. Я точно не помню. Это, наверное, самый старый клуб в Найт-Сити. И самый уважаемый. Это тоже важно. Интересно, что нужно сделать, чтобы в твою честь назвали коктейль? Отдать концы. Так, чтобы весь город о тебе говорил. Желательно на задание. Херасия, какая красивая традиция. Какая красивая традиция. Так, выпить за Night City, за то, чтобы мы разбогатели, за ограбление века. Давай за... Блять. За то, что... Да давай за Night City, хер с ним. За Night City. И за посмертие. Это бар так называется, посмертие. Странное название. Так, ну даже вы легенд не бывает, слишком сука цена. Кто еще такая? Так, ага. Кого еще тут можно выпить? Посмотри в меню. Тут одна позиция пустая. Для Моргана Блэкхенда? Ну да. Морган до сих пор не может решить, умер он или нет. Так никто же не знает, что с ним. Столько лет прошло, думаешь, он жив? А что? Посмотри на бестию. Наемники того времени практически полу... Да где ваша эта бестия, блин, я не вижу. Это самое. Так, ага, угу. А чё его с одной рюмки все время плющ начинает? Так, ага. Смерть — небольшая плата за то, чтобы стать легендой. Сначала поживи как легенда. А смерть — это так, просто финальный аккорд. Кстати, меня зовут Джеки Уэллс. Хочешь, свой рецепт продиктую? Давай. 100 граммов водки со льдом, сок лайма, имбирное пиво и, главное, капельку любви. Окей, я запомню. Имбирное пиво? Вы вроде как новая находка Декса. Выполняем его заказ. Мистер Дэшон вас ждет. Откуда ты знаешь? Тихо, бля. Моей работы. Думаешь, откуда появляется репутация у наемников? Если о тебе не сплетничают, тебя никто не знает. Понятно. Ни пуха, ни пера. К черту. Идемте. Идемте. Веди. Тара-тара. Чики какие, блин. А это кто? Здорово ты, чувак. Действительно. Качаешься? Ага. Я тоже боксирую. А ты что-то экзотическое практикуешь? Кэмпо? Ниндзюцу? Ага. Ага, меня бы уложил? Как думаешь? Сюда. Степинча типа. Посоревнуйтесь, мужики, бля. Кто кого уложит, мне интересно. Да, Excelsior. Excel? А Word где? Конечно, наличными, как всегда. Счастливо. Я вошел. А, вот и мистер Ви. Ну что? Наконец-то вся семья в сборе! Костюм Милтеха, блин. А что с болтом? Ну-ка, давай заценим. Ща подрежу вас тут некоторые детали. Ну ладно. Чувствуйте себя как дома. Окей. Хорошая комнатка. Звукоизолированная. Джеки. Нет-нет, мистер Уэллс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос. Это Тибак? Как твоя встреча с Эвелин Паркер?
Да нормально. Неплохо, но она хочет тебя кинуть. Не, это не буду говорить. Хорошо, я посмотрел на компе, да. Хорошо, я бы сказал. Погулял по компеке Плаза, по местам, которые она засняла на брейн-данс. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник императора. Юринобу Арасака. Да, парень с фамилией на миллионы и без возможности ими владеть. Близкий друг Эвелин Паркер. Так вы просто познакомились или было что-то еще? Да ничего не было, блин. С ней что-то не то. Она думает, что ты нам не нужен. Давай к делу. Я понял, ей хотелось на меня посмотреть. Хотелось на тебя посмотреть, говоришь? Помолчу-ка я пока. Может, перейдем к делу? Ты придумал план, Декс? Да. Потом один хер придется решать, блин. Ладно, давай посмотрим. Мы с Дексом уже подготовили всю операцию. Сложность будет ниже некуда. Неважно, мне нужны подробности. Деламейн высаживает вас у главного входа в Кампеки Плаза. Входите по фальшивым удостоверениям. Бак помогает Викторина, вам Викторина, сеть отеля. Вернее, я и Болт. И, наконец, вы проникаете в пентхаус Еринобу и забираете биочип. И все это по-тихому. Угу. С минимальными жертвами. Угу. А лучше вообще без них. Это Тебе будет нелегко. На связи, на всякий случай. А теперь ваши вопросы. Так, дело... Да, дело Мейн. Повезет нас туда и обратно. Какое у нас прикрытие, как мы придем в пентхаус. Алло, как нам попасть в пентхаус? Алло, блин. У Юринобы почти нет охраны. Сложность только в системе безопасности. Чтобы ее отключить, нужно устранить резидента Кампеки. Это элитный раннер, который мониторит сеть отелей круглые сутки. Проблема в том, что комнату резидента можно открыть только изнутри. Погоди, как же мы попадем в комнату, в которую нельзя попасть? Поверь, какая бы проблема у нас ни возникла, Тибак найдет для нее решение. Тут как раз в игру вступает Болт. Вам надо запустить его в вентиляцию, провести куда нужно и заставить резидента немного отдохнуть. Ё-ма. Болта придется оставить с ним. Зато я смогу расстелить перед вами ковровую дорожку прямо в пентхаус. Еще вопросы? Еще вопросы. Расскажи о фальшивых документах. Какая у нас история? Привет, Рамон Викторина. А ты Хьюго Конуэлл. Рамон? Допустим. И какая у нас легенда? Вы продавцы оружия, у вас переговоры с Арасакой. Если спросят, вы встречаетесь с представителем их оборонного отдела Хаджиме Таки. Еще вопросы? Чувак, ты слишком много куришь сигар, блин. Ты как задохнешься, но... Мы едем Деламейном? Это же лучшее такси в Найт-Сити. Надо мал. Дэшон всегда работает только с лучшими. Деламейн никогда не подводит. Кому нужны мерзкие таксисты, если безупречный скин может с комфортом довести тебя из пункта А в пункт Б? И кто б знал, как он каждый год обновляет лицензию? Если все пойдет по плану, Деламейн привезет вас сюда. Если возникнут проблемы, он поедет на явку. Это куда? В мотель Ноутел. Тихое место, вопросов не задают. Там придумаем новый план. Но я уверен, что это не понадобится. Еще вопросы? Блин, у меня самый главный вопрос. Кидать этого чувака, блин, или нет? Вот у меня какой главный вопрос, блин. Я узнал все, что хотел. Мало инфы вот у меня. У меня вопрос. Когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? С новичками я не торгуюсь. Ставка всегда одна. 30%. А-а-а, блядь. Чего? Сколько? 30. Так я оцениваю ваш вклад. У каждого в этом спектакле своя роль и свои риски. Чё-то как-то маловато, блин. Да ну, Декс. Как-то маловато. Эй, погоди-ка, друг. А кто достал болта? Ты рискуешь, чувак. Мы лезем в отель, где на каждом углу люди Арасаки. Ради какой-то пластмаски у сына их главного. Мы работаем. А кто дает вам надежный план, транспорт, нетраннера и информацию? Хотите дальше торговаться?
У нас так-то, блин, свой транспорт есть, блин. Блин, чего ответить? Нет, ты прав. Джек прав, нам нужно больше. Джек прав, Декс. Мы заслуживаем намного больше, чем... Вот именно, что хера себе оборзел. 35 и не процентом. Сука. Договорились. Жмот какой. Давно со мной никто не торговался. Это даже забавно. Да мы тебя вообще кидануть можем. В кампейке нельзя проносить оружие. Вас не пустят через рамки. Стволы придется оставить в тачке, а болт упаковать в чемодан. Я достала вам нормальный шмот. Переоденьтесь. Чидо! Спасибо. Не хочу торопить события, но когда ждать Эдди? Все зависит от мисс Паркер, но думаю, через неделю. Максимум две. Чуть долго. А нам что делать эти две недели? Питаться воздухом? Сидеть тихо и не высовываться. Арасака будет на стороже. Один чувак сказал, что жизнь есть пир. Глупо уходить голодным, но глупо и нажраться. Карета ждет снаружи. Я тоже сваливаю. Надо подготовиться, пока есть время до операции. Если остались вопросы, задавайте сейчас. Блин. Давай-ка, блин, поспрашиваю. Ты давно знакома с Дексом? А что? Надо. Но, говори. Знаешь, народ на улицах разное говорит. Все, что мы слышим, это мнение, а не факт. Марк Аврелий сказал. И ты тоже философ. Неудивительно, что Декс тебя любит. Действительно. Что думаешь про это дело? Блин, ничего не сказала. Ну, я надеюсь после него купить себе виллу на Крите и послать киберпространство ко всем херам. Пришлешь мне открытку? Ничего личного, но я хочу сжечь за собой все мосты и начать заново. Блин, он 35% дает, та бабенка дает 50%. Ну, как говорится, жадничать нельзя, блин. Я не знаю, реально. Я не знаю, как что это за чувак, это Декс, блин. Она ничего не говорит, кто-то говорит, что он козел, блин, кто-то наоборот. Непонятно, короче говоря. Спасибо, что помогла с мусорщиками. Пары мясников меньше, уже хорошо. Мэрия нас еще благодарить должна. Вроде нет вопросов. Ну, за работу. Ну давай, мне уж не жа... это... Не терпится, ну, блин. Что, ты готов ехать? Готов, готов, поехали, блин. Поехали. Чего ждать-то? Действительно. Богатство. Богатство, блин. Богатство всю жизнь люди ждут и не дожидаются. Вас приветствует сервис Деламей. Ух ты! Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Ёб твою мать! Это фантомас, блин! Ненормативную лексику. Ах ты какой! Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я 3 месяца бабки собирал. Ладно, проехали. Заводи мотор, Дэл. Перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров. Пожалуйста, подключитесь через личный порт. Ты реально Фантомас, блин, из фильма. Посмотрите старый фильм Фантомас. Все нормально? Спасибо. Активирован пакет Excelsior. Excelsior? Дело набирает обороты. А что в этом такого? Что такое Excelsior? Это пакет услуг, разработанный для наших премиум клиентов. Ага, лучшее качество за ваши деньги. Деламейн, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает. Ну ладно. Но вообще он хоть армию Арасаки может выкосить, если да понадобится. Ты чё? Нифига себе. Что еще включает свой пакет? Что еще включает Excelsior? Полное медицинское страхование, в том числе покрытие расходов на похороны в случае смерти пассажира в салоне. Успокоил. Декс прямо расщедрился. Ну, по крайней мере, мы знаем, на что пошли его 65%. Угу. А сколько вообще... Excelsior. Бабла-то заплатят. Теперь я чувствую, что въезжаю в высшую лигу.
Какая сумма, блин? Не радуйся раньше времени. Мы в нее пока еще не въехали. Чтобы высчитать проценты, бля. Мне кажется, ты начинаешь терять свою стальную хватку. А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться. А, блин. Так, просто хочу, чтобы ты сосредоточился. Просто перестань фантазировать и сосредоточься. Нам еще работать. Да я никогда в жизни не был таким сосредоточенным, блядь. Я скажу, почему я так себя веду. Нервничаешь. Вся моя ебаная жизнь прошла на дне, Ви. Приближаемся к пункту назначения. Не вернусь. Смотри, блин, что-то неладное нас ждет, я чувствую, блин. Привет, как дела? Ведем дружеские беседы. Мы уже скоро будем в отеле. Я установила прямое соединение, чтобы вести вас через компеки. Ви, позвони Джеку, проверим синхронизацию, на всякий случай. Давай. Ну? Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Бак. Величайшие преступления совершают, стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Чего-чего? Это Аристотель. Связь, похоже, в норме. С тобой, да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересная. Поразмышляй об этом. Он херни не скажет. Ты как слышишь, Ви? Да вроде нормально, круто, что мы снова работаем вместе. Давай еще Аристотеля. Да пошли вы оба. Ну что, похоже, все работает. Давай, погнали. Я на связи. Спасибо, что выбрали сервис Деламейн. Желаю удачи. Благодарю. И вашего возвращения. Спасибо. Сколько же я этого ждал. Пошли уже. С оружием туда нельзя. Ну да. Оставляем, чё? Чё поделать, блин? Ну что, Хьюго? Погнали. Погнали вперед. Погоди, я возьму болта. Ну давай, бери. Болта, блин. Ну и дозвали же, блин, болт. Так, когда рядом идешь, он медленно идет, это нормально. Бак, мы приехали. Еще раз, бронь на твое имя. Рамон. Рамон? У вас встреча с Хаджиме Таки, который представляет оборонный отдел. Добро пожаловать в компеки. Не волнуйся, я помню. Рамон Хаджиме Таки, блин. Надо не забыть. Мне кажется, там спросят же, надо будет отвечать. Ой. Добро пожаловать в компеки Плаза. Пожалуйста, проходите по одному. Без проблем, брат. Не буду же я сама их делать. Брат, блин. Слушай, я тебе ничего не должна. Не нравится? Иди куда. Ты чё? Небольшая проблема. Чё такое, блин? Вы можете объяснить, зачем вы принесли военную технику на территорию Кампеки Плаза? Мы торгуем оружием. Простите? Вы к Таки-сан, правильно? Блин. Палево какое. Прошу простить за недоразумение. Ага. Я уже думал, все. Дождитесь конца сканирования. Кобздец нам пришел. Ничего не началось и уже закончилось. Йокосо. Ой, Косяка. И добро пожаловать в Кампеки Плаза. Мы хотели бы зарегистрироваться. Разумеется. Минутку. Минуточку. Номер забронирован на имя... Викторино. Комната с двуспальной кроватью на одну ночь. Именно так. С двуспальной кроватью. Замечательно. Позвольте, я уведомлю Таки-сан, что вы приехали. Это роботы, это что ли? Это не по плану. Быстро, Ви, отвлеки ее. Не надо, не беспокойтесь. Мы немного придем в себя и сами его уведомим. Извините, Таки-сан вас ждет? Я правильно понимаю? Да правильно, блин. Знаете, сколько нам пришлось лететь? 18 часов из Новой Барселоны. Плюс задержка у Метаки из-за того, что какой-то киберпсих взорвал себя у терминала. Да, просто кошмар. Конечно, я понимаю. Давай ваш уже. Лазурь. Расположен на 42-м этаже. Ого. О, и еще одна маленькая формальность. Активируйте чип-идентификатор. Уступаю тебе, Хьюго. Пожалуйста. Все в порядке. Желаю все вам в порядке. Приятного пребывания в нашем отеле. Спасибо. Идем быстрее. Пошли, блин.
Чё-то уже с самого начала не так как-то все идет, блин. Какая еще новая Барселона? Чё это за херня? Такая. Я мастер импровизации. Что это, блядь? Бывает, да. Чё-то часто в играх стала такая херня происходить. Уютный отельчик. Не то что клоповник, куда нас поселили в Цюрихе. Ты выглядишь как идиот, хватит. Что не так-то? Играй свою роль. Действительно, там пожрать можно. Не знаю, что-то как-то... Отельчик, блин. Неуютно здесь, короче говоря. Как-то это, блин, атмосфера такая давящая. Что, мы жрать идем, что ли? Заказа столов нет. Можете выбрать любой свободный столик. Или можете сесть у стойки, если хотите. Надо будет привезти сюда мести, когда мы завершим сделку. Пошли в комнату. Приведешь. Пошли. Найдем наш номер. Да, потом жрать будем, блядь. Не до жратвы сейчас. Ай, ну почему ты, блядь, то нормально идешь рядом с ним, то нет. То быстрее, блин, чем он. Что за херня, блин? Я почему нельзя в этих играх так сделать нормально, блядь? Ну что, нормальная маскировка? Нормальная, блин. Как я выгляжу? С ног сшибательно. Не ожидал, что скажу это, но, по-моему, неплохо. Знаю, под лицо все к лицу. Точно, блин. Под лицу все к лицу. Правильно ты говоришь, блин. Быстро приехали, нихерена себе, скоростной лифт какой, блядь. Это роботы все, блядь. Какие-то позолоченные, блядь. Хорошо, хоть не посеребрённые, блядь. Выглядели бы жутко, наверное. Как батарею раньше серебрянкой красили, блядь. Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Ну что, мы пришли. Номер... Номер в шпомер, блядь. Мне нравится. Хороший выбор, Бак. Опа, даже прикольно. Жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе к резиденту и серверам. Си-си, Мекуэрдо. Запускайте болта и ищите вход в вентиляцию. Должно быть просто. Блин. Простота требует большого мастерства. А это кто? Марк Аврелий? Аристотель? О, нет. На сей раз это я. А где вентиляция? Запусти сканер и посмотри. Я? Я запусти сканер, блядь. Чё это? Это не то. Тере-тере-тере-тере-тере. Так, это чё? Это шкаф. Это не вентиляция ни хера. Ты же собирался найти шахту. Да я ищу, блин. Вон она, я её вижу. Вот она. Супер. Джеки. Болт готов? Готов. А как ее открыть-то? Так, он пошел. Дык-дык-дык-дык-дык-дык. Ну-ка, ну-ка, бля. Как он туда залезет-то? А, она открывается. Система исправна, заряд 100%. И чё, кто за ним будет? Подождать, пока болт взломает систему. А, ну ждем тогда чё. Застрял, гаденыш. Застрял? В смысле, бля? Будете стоять и смотреть? А что делать-то? На ручное управление. Как? Ты возьми у Джеки контрольный чип. Подключи Кироши к системе наблюдения, чтобы вести бота. Давай. А что сразу я-то там был? Поехали. Переключаю тебя на вид с камеры. Если закружится голова, не пугайся. Да? Ух, ёп. А где это я? Что делать-то? Все, картинка есть. Нельзя просто взять и выйти. Веди его к другой шахте. А как это делать? Включить сканер. Арасака выплатит компенсацию. Отдалить, приблизить, блин. Веди его куда? Найти ход в вентиляционную шахту. Скоро же выборы. Как это повлияет на мой имидж? Люди подумают, что я не контролирую Уотсон. Мой родной район. Понятно, блин. Ничего. Это все, что мы можем выбрать. Это он по стене пополз? Мы постараемся. Прикольно, бля. Это все, что я могу вам обещать. Потолок, да? И как будто
Как будто его никто не видит, я офигею. Видно же его. Чё застыл-то? Так, болт вошел. Переключаю тебя на новую камеру. Давай. Я думал, я им управлять буду, блин. А как ты поняла, что это для тебя? Там было написано для милой уборщицы. Бак, есть проблема. Что еще? Они тут уборщица стоит. Ну, надо ее отвлечь. Как? Давай посмотрим, что там в сети. Сейчас гляну. Нету справедливости в этом. В какой сети, блин? Найдите взломанные объекты с помощью сканера. Ага. Голопроектор. Голопроектор. Нет? Нет. Смотрит всегда так игриво. Телевизор? Что скажешь насчет телека? Скажу, ищи дальше. Сука, какая, бля. Сойдем-то у него крутой, но в душе он путешественник. В смысле, у террариума панель управления. Вряд ли пригодится. Да, блин, бесишь? В террариуме есть контроллер температуры и воздуха. Стекло нормально выглядит. Да, то, что надо. У тебя везде разводы. Туда болта. Туда? Понизи температуру. Ну давай, болт, действуй. Прикольно, блин. Мне нравится. Он невидимый, да, типа? Паучок этот, блядь, болт. Ну и... Минус 6. Хрена себе, блядь. Кэт? Там что-то с террариумом. Бак, сработало. Иди давай, проверь, блядь. Знаешь, сколько эти твари стоят? Вперед. Спасибо, потом скажешь. Да я тебе сейчас скажу спасибо тебе, тибак. Так, давай болт, шуруй. Сколько этих локаций? 3-4? Не помню. Опа. Где я? Чё я? Кто я? Вот он лезет. Чё дальше? А, во. Как будто он сам не может, блин, найти, где вход в шахту. Ну да ладно. Ёпта, где она? Резидент сидит прямо за дверью. Пускай болт откроет замок. Какой замок, блядь? Какой замок? Открыть. Прикольно, ё-моё. Что-то новенькое. Что-то у него не выходит. Чёрт. Хрену у вас болт. Должен быть другой вход. Погоди. За дверью есть еще камера, но она выключена. Мне ее включить? Да, поищи, где точка доступа к системе. Найти точку доступа к системе видно с помощью сканера. У меня болт лучше. Давай, действуй, таракан. Чтобы переключить между камерами, нажимайте 1, 2 и 3. Переключись на другую камеру. Вижу резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один раннер. Хороший резидент заменяет 10 посредственных. А, вот он, блин. Что теперь? Что делаем дальше? Нейтрализуем его, подключая к нему болта. Я сейчас пришлю к тебе демона. Ретро-сленг, не спрашивай. А этот резидент нас не поймает? Мы подрежем его прямо в кресле. Он даже, сука, сказать не успеет. Да ладно. Даже если бы ты туда на танке вкатился, он бы не заметил. Для нашего мира он мертв. Только сначала нужно запустить туда болта. Для нашего мира он мертв. Найти путь для болта с помощью сканера. Похоже, шахта идет через обе комнаты. Сейчас посмотрим. Теперь переключись на другую камеру. Ёп. Карны бабай. Кажется, я нашел проход. Отправь туда болта, а потом переключись понял. На другую камеру. Ага. Сейчас. Ща. Давай, действуй. Он ушел? Теперь переключись на друг. Да я понял. К креслу. К креслу, блин. Долг сканирует. Ну давай, блин, не подведи, таракан. Чё ты там, блин, застрял опять, задолбал, блядь. Ух, нихера он. Он сел ему на лицо, блин. Попался. Демоны, это круто. Болт остается тут? Будет смотреть за резидентом.
Хожу в основную сеть Компеки. Можешь выйти из системы. Как выйти-то, блядь? А, все, само выйдет. Чё сказал? Ну ты как? Чё-то у меня глючит, бля. Голова кружится просто. Бак, сколько у тебя это займет? Бак, можно здесь? Присесть, а? Да, да, я здесь. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Нихрена себе, блин. А быстрее никак нельзя. Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Спасибо, так и сделаю. Давайте поспим тогда, что ли? Ви, у нас передышка. Отдохни пока. Ну да, да. Два часа, она сказала. Несколько часов спустя. Ты думаешь, почему он отказался? О, уже утро. А кто от чего отказался? Яринобу Арасака. От хорошей жизни. Это давно было, конечно. Просто подумалось. Как вообще так? Да хрен его знает. У тебя все есть. Деньги, образование. Твой папа может щелкнуть пальцами и полмира превратиться в ядерную пустыню. И ты такой типа, да ну нахер. И все это бросаешь. Чтобы собрать банду, стальные драконы, блин. Ты посылаешь семью, одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Зачем? Да кого ебет? Почему мы разговариваем про богатых уродов и их прихоти? Ты это представь. Я Юринобу Арасака. Кто хочет ко мне в банду? Этого позера, наверное, сразу послали. И название-то какое? Стальные драконы. Сборище мамкиных гангстеров, блять. Сначала мальчику надоело быть богатым, потом быть бандитом. Турист несчастный. Помяни черта. Турист несчастный. И мы снова в игре. Погнали дальше. Сигнал в пентхаусе отключена. Перфекто. Шоу начинается. Перфекто. Погнали, блин, найти пентхаус Юри Бобу. Че, все время была на связи? 3.5 часа. Слушай, насчет твоих бонов. Каких твоих бонов? Прости, я не так выразился. Знаю. Ну, заслужи мое прощение. Че ты там так медленно идешь, блин? Блин, Джеки, давай быстрее, блин. Разгуливает он там. Та-на-на-на-на-на. Апартменты. Чё встал, блин? Заходи уже, блин. Не... А куда нам ехать? Ой. Найти пентхаус Юринобу. А где его найти-то, блядь? Я чё-то нихера не понял. Где найти его, блядь? Так, сканирование, ага. Подожди, а где тут сканирование-то? Только что было сканирование, блин. А чего вы все притихли-то? Тогда это... анекдот хотите? Что? Ты серьезно? Давай. Валяй. Слушайте, что говорят киберсвиньи? Они говорят хром-хром. Смешно, да? Хром-хром, блин. Мне, короче, просто за ним надо было зайти в лифт. Неплохо быть наследником самого императора. Уж всяко лучше, блядь, чем сыном Рауля Уэллса. Ребята, внимание! Сейф! Только быстрее, 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 быстрее. А, мы уже в номере. Так, что делать? Юринобу куда-то исчез. Что, растворился в воздухе? Иди быстрее, блин. Сейчас у него тут пистолет, найду. Кстати, говорят, а есть, блин. Он там, под полом. Ищите переключатель. Можно забрать, блядь, пистолет? Юринобу оставил нам прощальный подарок. Вот так вот, нахуй. Не фонтан, конечно, но сойдет. Чё делаем? Найти скрытый выключатель, блядь. Бежим, 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 бежим. Быстро, 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 быстро. Так, включить. Ты смотри-ка, выдвигается. Да беги ты, бля. Что дальше? Подключайся по личному, и я посмотрю. По личному, бля. Подключаюсь по личному.
Опа. Теперь ты, Бак. Да, сейчас. Сейчас чувствую, что-то произойдет. 100%. Не может же просто так все это быть. Во-во. Нам кобздец, блин. Не знаю, кто это, но на ноги подняли весь персонал. Человек 200, не меньше. Ого. Нравится мне это. Ты долго еще, Ди? Черт, Йорино уйдет в пентхаус. Блять, иди выруби его. Почти готово. Иди выруби его, блядь. Круто. Че дальше-то? Я посмотрю. Чип в порядке? Целостность биочипа 100%. Думаю, да. Пошли. Пошли быстрее, блин. Во, неужели ты побежал, здоровяк, блин, молодец. Стоп, нельзя. Йоринобу сейчас войдет. Прячьтесь. Где? Куда? Большая колонна, туда. Да ты, блядь, шутишь? Нет, полезайте в нее. Куда, в какую колонну, блядь? Сука, жесть, блин. Мы успели. Напряжно. Проблема это не решила, Ти. Я в курсе, что проблема не решилась. Дайте мне подумать. Думай давай, блядь. О, ну с этим роботом. Это что, Адам Смешер? Охранник. Хуже. Легенда Найт-Сити. И репутация у него так себе. Что делаем? Ждем. Сидим, блядь. Здесь. Идут к вам с посадочной площадки. О ком они, блядь, говорят? Бак, кого там несет? О, нет. Только не это. Не может быть. Сабура Арасака? Чего? Император? Еще одна ебучая легенда. Вряд ли тут есть звукоизоляция. Тихо, блядь. Джеки, сиди тихо, блядь. О, блядь. Откуда ты взялся? Сабура Нагасаки, блядь. Император, блядь. Прикольно переводит. Трррр. Блин. Как будто реально сидишь где-то в шкафу, блин, на стрёме, блядь. Пронесло. Не говори. Если бы он нас увидел... Он не увидел. Помолчи, окей. Задолбали вы базарить, блин. Сидите тихо, как мыши, блин. Придурки. Охуеть не встать. Сабура Арасака. Ну и чё? Ты думал, я не узнаю, что у меня украли? То есть обо мне ты вообще не думал? Это меня в тебе и бесит. Тебе кажется, что весь мир вертится вокруг тебя. Йоринобу? Зачем ты пришел? Унизить меня? Лично убедиться, что твой сын знает свое место? Выступающий гвоздь забивает стену. Сам ничего умного не можешь сказать? А ты считаешь себя умным? Продаешь наши величайшие достижения европейцам, наше будущее этим варварам. Наше будущее? Наше? Не обманывай себя. Тебе важен только ты сам. И это твоя компания. Я знал, что это нас сейчас настанет, что однажды ты перейдешь черту. Я многого тебя простить, но измену никогда. Ну и? Хорошо, что твоя мать не дожила. Дважды разбивать ее сердце было бы жестоко. Опа, фига себе.
Ой, блин, ты чё, дурак? Тебе больше не придется никого ни за что прощать. Сука, стекло сейчас лопнет. Падла. Хера себе, чё, так просто задушил его и все. Своего отца задушил, бля. Вот козел. Чмо поганое. Чё, как-то быстро он его придушил, бля. За считанные секунды, бля. Ну все, нам пизда. Ага. Чё делаем-то, блядь? Сидим, наблюдаем, дальше. А где охрана-то, блядь? Хочу полностью заблокировать отель. По какой причине? Кто-то убил Сабуру Арасаку. Блокировка подтверждена. Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень. Охренеть! Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Да тут никого не было! Дорогая, что случилось? Кто-то отравил моего отца. Отравил? Сода. Похоже на то. Юрино Бусан, я сомневаюсь. Такимура, какие у тебя обязанности? Я не понимаю. Я задал тебе вопрос, отвечай. Ты тварь, а, блядь, чертила вонючая, блядь. Я охраняю главу семьи Арасака. Надеюсь, впредь ты будешь лучше выполнять свои обязанности. Вот мудила, а. Прошу прощения, Арасака-сама. Я вас не разочарую. Вот козел, а, вот мудак, бля. Вот щепушила вонючая, блядь. Отца прибил и врет, сволочь, блядь. Так там же следы должны, блин, быть на шее от рук. Юринобу, блядь, придушил Сабура. Что? Вот, блядь, собственного папаша. Ну что тут скажешь, сейчас будет не продохнуть от охраны. Ёб твою мать, это пиздец. Угу. Это кобздец. Бак, вытаскивай нас отсюда! Быстро! Секунду. Нет у нас секунды! Сука! Да, есть кое-что. Давайте в окно. В окно? Давайте. Открываю. Открывай. Там есть лестница. Лестница. Да быстрее! Он... Нет, 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 вашу мать! Меня нашли! Бак! Сука! Тварь, черт, блядь, что делать? Нет, блядь! Высшая лига, да? Доволен, Джеки? Вот падла, блядь. Все нормально, Джеки. Гребаный кибастос, блядь. Вниз. Давай, пошли, блядь. Бля, как высоко-то. Бля, иди быстрее, блядь. Все, нам кобздец. Нам кобздец! Надеюсь, нас они не видели. Как не видели, блядь? Ой-ё! Я нажал прыгнуть! Ё-моё, блядь! Охренеть! Я чё, ослеп опять? Как у доктора? Чёрт! А, ещё бы немного! Где мы, блядь? Его пробили! Кого? Биочип у кобздец. Это херово. Джеки, ты ранен? Забей пока на меня. Проверь чип. Бля. Герметизация. Целостность чипа 94%. Ну это еще нормально. Он разрушается. Надо быстро бегать. Ох, ё. Караху, блин. Звони, Паркер. Быстро. Чтобы рассказать про наш проёб? Звони давай. Блядь. Ди, камбэки по всем каналам. Что там у вас творится? Есть проблема. Криокейс повреждён. Целостность чипа... Джеки? 86! Да ну нафиг, быстро слишком. Чёрт. Так, слушай внимательно. Вы можете сделать только одно. Кому-то из вас надо вставить чип в нейроразъем. Ты понимаешь, что говоришь?
Чип нельзя изолировать. Он должен находиться в безопасной среде. Давай я себе вставлю. Но раз нет другого выхода... Давай быстрее, блядь. Открывай уже. Или он себе его вставит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ну давай. Давай, давай. Ух, нифига, у него глаза посинели, блин. Джеки, ты как? Ё-моё. Не знаю. Вроде бы ничего не поменялось. Мы вынем чип, просканируем и очистим мозг. Но сначала вы должны выбраться оттуда. Мы работаем над этим. Деламайн, блин. Дел, мы будем через пару минут. Приготовься. Можно я уже встану, а? Разумеется, мистер Уэллс. Смотри, у меня, бля. Нам надо как-то дойти до фойе, оттуда спуститься на парковку. И лучше побыстрее. Да-да, сейчас спустимся. Но сделаем это мы, дорогие друзья, уже в следующий раз. Класс. Теперь уходим отсюда. А на сегодня у меня все. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока и удачи.